Toyota Highlander с великолепно красивейшим салоном. Вот если вам нужна такая машина для семьи, где много места, потому что они семиместные, которая в дальнейшем мало расходует топлива. Понятно, что это не дешевый автомобиль, но на годы, если покупаете, здесь надежность, малый расход топлива, все предсказуемо по обслуживанию и есть запчасти. Что еще хотеть? А хотеть, чтобы был красивый салон. Смотрите, здесь очень красивая серая кожа, прекрасный мышиный оттенок, и не ярко, и при этом очень не марко. И вот в этом же цвете, может быть, чуть-чуть светлее, здесь оформлена центральная консоль, дверные карты. Здесь, смотрите, полный электропакет. Далее, здесь есть подогрев сидений и кнопка багажника здесь электрическая. Далее у Toyota, ну, здесь бесключевой доступ и старт-стоп. Видите, это гибрид, вот он сейчас активировался. У Toyota всегда достаточно простая мультимедиа, но в данном случае, вот мне, например, нравится, как выглядят эти колодцы, потому что здесь, смотрите, все очень четко читаемо, риски, трали-вали, плюс посредине вот эта графика, которую вы видите, она, во-первых, действительно неплохая, а во-вторых, она четко вам дает понимание, когда у вас идет заряд батареи, когда у вас идет расход энергии. Здесь центральная мультимедиа, конечно, могла бы быть лучше, но какая есть. Камера из разряда видно и ладно. Внизу у нас две USB-шки Type-C. И вот здесь вот вы выбираете режимы движения. Есть EV Mode, это режим гибрида. Так, смотрите, давайте я, по-моему, не показывала вам задний ряд у этого автомобиля ни разу. А он интересный. Видите, он как складывается. Здесь вон отдельная зона климата. И впереди двухзонный. Видите, он и складывается. И получается у вас, что вы можете регулировать угол наклона спинки. И в итоге, вот посмотрите, я с ростом 175, достаточно высокий человек. Я могу прям здесь максимально комфортно разложиться. Ну и плюс... Ну, хотелось бы, конечно, панорама, но ладно, здесь люк. Плюс вот общее убранство машины, оно очень приятное. Не по-тойотовски приятное, хочется сказать. Так что для семьи, для, не знаю, каких-то корпоративных разъездов, это просто великолепный, надежнейший вариант.